деталями какими-то. А кто дает ваше оборудование? Вы змея, конечно, хотите задумать, что Россия дает все оборудование для вам, Россия все привозит? Ну, это бытует такое мнение, что Россия снабжает нас там всем. Нет, далеко не так все. Сами покупаем у украинской армии. Ходим туда, они нам продают все. Серьезно? Серьезно вам говорю, украинская армия. Ящик пистолетов ТТ стоит 6 тысяч долларов у них. Серьезно? Пистолет ТТ в Одессе стоит как бы немногим дешевле. Тут ящик можно купить у них. Серьезно? Ну, покупаем, вот предлагают во всяком случае. А кто они в Украине?